Сегодня ночью в городе Машинок случился камнепад, и главную дорогу города засыпало камнями. Пока город спит, и на дороге все в порядке. Но как только утром машинки станут ехать на работу, здесь образуется большая пробка. Поэтому грузовикам нужно быстро ликвидировать эту аварию. Хм, что это здесь? Дорога перекрыта, камни какие-то. И как проехать? Ладно, постою чуть-чуть. Может, грузовики приедут и быстро эти камни уберут. Хм, что это здесь? Чего пробка? Ладно, постою чуть-чуть. Возможно, сейчас рассосется. Так, что это здесь за пробка случилась? Интересно. Но назад пути нет. Будем ждать. Так, расступитесь, расступитесь, дайте проехать. Сейчас постараюсь и быстро ликвидирую эту аварию, чтобы машинам можно было проехать на работу. Интересно, почему я буду так мало возить? Это мне возить целый день. Попробую я сейчас все забрать. Так проще будет и быстрее. Ну вот, все камни убрал. Проезд свободен. Что-то мне немножко тяжеловато. Ну ладно, сейчас попробуем. Что-то никак. Двигатель мой не справляется. Слишком большой груз. И оставлять не хочется. Надо думать, как поступить. Привет! О, привет! Что ты тут? Самосвал? Да вот видишь, нагрузил камней и теперь сдвинуться не могу. Хм, почему так? У тебя же двигатель мощный. Мощный-то мощный, но слишком большой груз набрал. Хотел все камни за один раз перевезти. Это ты точно немного промахнулся. Тяжелый груз для тебя. Я могу тебе помочь потащить этот груз. Сейчас прицеплю тебя. Ну что, заводи свой двигатель, и я заведу. Два двигателя подтащит. Спасибо. Давай, я готов.